Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы, ребята, продолжаем играть в эту замечательную игру под названием Uncharted 4, Путь вора. Мы зашли в гробницу или в склеп, так сказать, посмотреть, что здесь творится. Как думаешь, кто эти парни? Те, кого признали здесь лишними. Думаю, Эвери и Дью пытаются нас напугать. Хорошо, что мы профессионалы. Да уж. Страшновато, да. Кто-то пытается нас напугать. Нет, они получается, ищут там вместе с нами. Эти ребята, головорезы, которые они ищут тоже сокровища. Ищут сокровища, но мы, я надеюсь, быстрее найдем. Потому что мы самые лучшие, самые клевые и супер ребята, пацаны. Сэм это мой брат. Братан, мы все пройдем, мы все сделаем. Надо просто идти, просто сделать грамотно все. Мост хлипкий, надо бежать быстрее. Тихо, что происходит-то? Вперед. Сэм, давай-ка быстрее помогай мне, куда идти? Куда надо идти-то? Помоги быстрее, куда? Чё, скажи, где? По правилам. По пиратским правилам. Ха-ха-ха-ха. Неплохо. А, пойдем сюда. Так. Вижу, куда прыгать надо быстрей. Вот сюда. Все, Сэм, давай за мной, не отстаем. Не отстаем, реально, Сэм, давай быстрей. А здесь как? Я тоже. Если Эвери прятал сокровище, зачем ему другой пират? Возможно, он хотел взять его в команду. Прислал ему один из крестов святого Дисмоса. Да, может, Сью забрал сокровище себе? Ты так не шути. Ну, скоро мы узнаем. Куда цепануться-то? Ну-ка посмотри, Сэм, ты увидел где? А, вот, нам наверх как-то надо вот, делов-то всего лишь надо просто запрыгнуть. Ну-ка, цепляйся. Все, Дрейк идет, быстрее наверх, все, быстрее, идем, все нормально будет, здесь где-то здесь выход. Надо шустрее продвигаться и посмотрим, где же наш выход. Как же тут быть, вон туда можно идти, можно прыгануть вон куда-то туда. Давай попробуем, хотя подожди, запрыгнуть-то нет. Может быть, надо сюда сходить сначала. Может быть, сюда надо сходить? Обратно пойдем другим путем. Ну, мы хотя бы в яму не упали. Блин, надо было прыгнуть все-таки там посмотреть. Очень продумано. Это уж точно. Тут еще... Ну-ка, опять смотри, кто-то руку засунул. Что там произошло? Ну-ка, попробую. Попробую, там уже кто-то попробовал. Ух ты. А я в такую штуку это... засунул уже один раз. Вроде бы ничего, обошлось. Испытание. Да. И этот вот не прошел. Этот не прошел. Внизу что-то виднеется. Ну я не буду туда совать руку. Ладно. Теперь что? Куда идти с ведром? Сэм, ну-ка думай, потому что я тоже думаю. Не, правда, куда с ведром-то идти, а?
Может, воды где наберем или еще чего? Ну-ка, ну-ка, Сэм, давай-ка соображай. Водоем есть, мы видели же. Сойдет. Ну-ка, давай, черпанем. Точно, наполнить ведро. Пошли, куда теперь? Все, держи, все будет круто, мы пройдем. Мы пройдем, мы знаем, как проходить. Поставлю его в большое колесо. Давай вставляй, может быть, что-то получится сделать. А, только отходи, Сэм, здесь может быть опасно, правда? Так, я вроде понял. Ну-ка, дневник, давай посмотрим, что тут у нас какой-то... Дисмос, Джесус, Гестас. Благоразумный Дисмос и злой вор Гестас. А, вот надо расположить, надо правильно. Черный – это Гестас. Так, а как правильно расположить? Маленький, маленький – это какой? Черный справа. И что-то наверху. А что там наверху? Я что-то не пойму, как правильно расположить. Так, этот руками за крест, руками перед крестом, но голова вниз маленький и большой крест получается. Блин, а чё, в чем загадка? Ну-ка, давай посмотреть. Как? А, вот крутилки, подожди. Сейчас попробуем покрутить. Ну-ка еще раз посмотрим. Отойди. Вот так. Сэм, Дисмос был слева от Иисуса? Это если смотреть спереди или сзади? Спереди. Тогда да, он был слева. Тогда смотри. Дисмос был слева от Иисуса? Гестас. Гестас справа. А куда, где? А, вот где свет, скорее всего, падает, смотри. Свет падает, а наверху непонятно что. Ну-ка. Сейчас дай-ка подумать, как крутануть. Как крутануть. Получается большой крест. Большой крест у нас. Большой крест сверху. Слева белый. Справа получается закрашенный. Ну-ка, крутим. Нет, вот здесь где-то надо прокрутить. Я понял. Вот тут надо прокрутить белый. Подожди. Маленький прокрутим пока. Так, этот где должен быть? А ведро наверх, наверное, надо подать. Вопрос это ведро. Ведро это вопрос. Так, маленький справа, побольше, который слева. Иисус сверху. Так. Ага, я понял. Сейчас, ребята, все сделаем. Надо вот этот прокрутить. Вот этот, да, этот правильно. Вот этот поменяем с... Получается, должно быть... А, все. Да верни. Вот этот правильно. Ведро надо поместить вместо сейчас маленького, получается. Вместо маленького того креста наверху, вон туда, надо ведро поместить. Ну-ка, крутанем. Вот сюда ведро надо. Вместо этого. Ну-ка, пробуем. Да не так, ё-моё. Ведро. Теперь, чтобы это нам все дело не мешало, мы повернем боком. Здесь получается маленький. А нет, так не получается. Еще раз. Так. Смотри, что-то сдвинулось, когда ты поставил ведро. От механизма до двери проведем. Это-то сдвинулось, мне надо вот с этим разобраться. Почти.
Затяни рычаг. Сейчас. Не, надо ведро, чтобы наверху оказалось. Где рычаг? Оторвет же нафиг. Ты в этом уверен? Ну, нет, не очень. Давай не будем. Давай не будем, потому что я уверен, что это неправильно. Короче, вот в принципе расположение правильное. Получается крест наверху. Этот слева белый, справа черный. И наверху должно оказаться ведро. Поместите кресты на свет. Да это я понял. Наверху должно как-то оказаться ведро. Как это сделать? Как сейчас это сделать? Как провернуть так, чтобы ведро оказалось наверху? Как провернуть, чтобы ведро оказалось наверху? Ну, пускай. Вот так. С этими что надо сделать? Ну-ка, покрутить. Нет, что-то прям вот что-то чуть-чуть не так. Чего-то прям чуть-чуть не так. Я вот этим колесом почти ни разу не пользовался. Без него, наверное, никак. В принципе, если я сейчас поставлю так, я и с помощью него смогу крутануть чего? Крутануть чего? А, я понял, мне надо, знаешь, как сделать? Вот это назад. Ну-ка, попробуем назад. Нет, еще раз назад. Вот так. Теперь прокрутить. Вот с этим крестом. Он должен идти следом за большим. А теперь попробовать прокрутить. А, нет, не так. Этот уезжает, получается. Как же. Наоборот надо. Получается, чтобы маленький крест, вот этот белый, шел за... Я вам сейчас все расскажу, ребята. Вот так. Вот так, чтобы он шел за вот этим. Вот так, точнее, вот. Нет, не получается, блин, так. Да как правильно-то сделать, а? Так, этот здесь. Ведро там. Вот эти, в принципе, стоят нормально. Как сейчас так крутануть, чтобы не разбить это все? Поместите кресты на свет. Да я понял. Пятнашки, ё-моё, все просто решается. Все же просто решается, как сделать. Так, логически нам надо... А, стоп! А все легко делается. Нам надо, получается, вот в этот круг, который снизу, поместить, создать такую последовательность, чтобы я поворачивал. Значит, по часовой стрелке, если я буду поворачивать, сначала черный маленький, потом большой крест, а потом идет этот... вот этот. Белый маленький. Так, ну-ка, еще раз. Все, да тут все просто, смотри. За ту был вообще просто банальный. Сейчас покажу. Ничего сложного. Вот так, три креста в ряд. И теперь основное колесо нижнее просто крутим. Вообще легко на самом деле. Вот. Вроде все верно. Ну, проверим. Давай, вот теперь руку запускаем туда и все. О, нет, не хочу лишать тебя этой привилегии. На этот раз все легко. Все правильно. Давай, тянем. И все получилось. Все на самом деле, все просто. Гляди. Просто подумать надо было как следует. Не будет из меня сегодня шашлык. Из ведра вылилась вода, потекла и открылась дверь. Испытание, значит. А что именно соискатель должен уметь-то? Воду таскать? Соискатель должен знать о святом Дисмосе, о котором команда Эвери была явно наслышана. Не так уж это и сложно.
Может, будет еще одно? Не, так-то по идее вообще легко. Просто надо подумать было. Да, бывает, бывает много времени уходит на то, чтобы вот так подумать. Но на самом деле ничего сложного не бывает, ребята. Все решаемо, все решаемо. Осторожно. Пойдем сюда. А здесь надо зацепиться. И прыгаем. Куда только прыгаем. Куда? Сэм уже там где-то. Погоди, как Сэм там уже оказался, а? Да ну что ты меня бьешь-то все об стены? Надо подняться, мне кажется, повыше. Как Сэм там оказался, я не пойму. Он раньше меня оказался там. Ну, еще можно выше, потому что он почему-то ударяется. Раскачаемся как следует. Давай, 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 еще раз. Да что такое, что там сзади? А, погоди, так может мне вообще наверх? Да куда ты? Блин, мне вниз не надо, еще раз говорю, тебе наверх надо идти. Давай цепляйся. А чтобы цепляться, надо сначала перепрыгнуть. Но Сэм-то как-то уже там оказался. Почему? Сэм оказался сразу там. Вон там. Я пока не понял, как он там оказался быстрее меня. Вот сюда. Это мы отсюда пришли. Вот сюда раскачаться. Ну, давай, 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 давай. Он почему-то слабенько раскачивается. Давай нормально раскачайся. Во, поехали. Еще давай. Ну. Нифигашечки. Фигня получилась. Так, давай еще раз прыгаем. Ну-ка, давай осмотримся. Может быть, что-то... найдем полезное, куда мне прыгнуть. Ну вот сюда же я могу прыгнуть, погоди. Мы же здесь не были. А зачем мне было туда идти, куда Сэм там пытался? Вот и все. Нам туда не надо просто тупо Ладно, идти. Видимо, нужно подняться к рухнувшему мосту. Я пытался идти туда, куда не надо, в принципе. Поднимешь меня к лестнице? Хорошо. Чуть не упал. Так, здесь. Здесь что интересного и куда идти? Ну-ка, давай-ка. А, вот лестница. Вот про которую лестницу он говорит. Давай, иди. Так, у меня тут для тебя кое-что есть. Так мы сможем добраться до зацепок на стене. Верно. Что-то там решил скинуть меня, только не прибей. Кидаешь тут вовсю. Где какие зацепки? Про что ты говоришь? Сэм, куда ты хотел цепляться? А, вот, подожди, все вижу. Все вижу, все просто. Пошли. Давай, давай, иду. Иду, вопрос там легкий. Изи, изи, изи. Смотри, он уже наверх ускакал. А как так? Я даже не видел, как он зацепился. Если бы мосты и переходы не развалились. Мы опоздали на пару сотен лет. Нормально, все, мы успеем. Куда? Зачем было сюда прыгать, вообще не в тему. Мне сюда не надо было, понимаешь? Нафига ты прыгнул туда? Иди вот туда, за Сэмом. Но.
Как ты туда попал? Подожди, мне как-то пройти надо туда тоже. Может, цепануться куда надо? Не, ну наверх-то я залезу. А как Сэм там оказался уже? Аккуратно. А, ну просто ползти и все. Не туда просто он отклонился и не туда прыгнул. Вот здесь нормально, Сэм уже там. Вниз. Тихо, только аккуратно надо. Да, ладно. Сэм, ты где? Я тебя потерял. Тут виден свет. Ах, катакомбы. Ну, логично. Мы же под собором. Ну-ка глянь, может, что-нибудь найдем интересное, а? Все, вот туда выходим. Сэм, я нашел выход, быстрее за мной. Смотри, что-то в стене. Так, эй, стой, стой. Что? Слушай. А у Келли нашли что-нибудь? Ничего, кроме всяких разных надгробий. У трапезной закончили? Так точно, мэм. С северо-запада все раскопали. А что по южной стороне? Еще нет. Туда кран целый день перетаскивать. Надин? Так тащите. И гляньте, что можно без крана сделать. Да, сейчас отправлю туда людей. Хорошо. Рейв, что там с манускриптами? Давай наедине. Держите в курсе. Да, мэм. Слышал? Под собором пристройка, закрытые зоны. Ну да. Ты их видела? Нет. А что? После твоих молодцов, там камня на камне не осталось. Они слегка злоупотребили динамитом. Да, как стадо слонов в посудной лавке. Но за два дня добились больших успехов, чем мы за месяцы. Успехов? Что мне толку от щебня? Ладно. Ладно. Спасибо. Они будут ставить тебя в известность, прежде чем взрывать. Лучше пусть отойдут в сторонку и дадут мне осмотреть то, что еще не взорвали. Нет, мы больше не можем сидеть и ждать. Ты уж извини, Надин, но у меня в таких делах все-таки опыта побольше. Мы уже делали, по-твоему. Хватит. Ты с первого дня мечтала тут все взорвать. Нет, я предлагала украсть этот крест задолго до аукциона. Того аукциона, на который я не смогла привести своих людей. Я хотел честно купить его, так проще. Но я послушала не свое чутье, а тебя. И теперь у нас есть конкуренция. Честно, я не думал, что он явится. 500 тысяч евро. Откуда у него столько денег? Или хотел его выманить. Да на кой черт мне это надо? Думаешь, он тебе нужен? Может, ты прав. Главное, чистая игра мне надоела. Если сокровище здесь, мы его найдем. А если нет, значит, пора идти дальше. Эй. Ничего личного. Конечно. Я сообщу, если что найдем. Ничего вы не найдете. Найдет все Нейтан Дрейк. А ты обломаешься, понял? Давай, пока они сокровища не взорвали. Или сомневаться не начали. Стой. Думаешь, она права? По поводу, что Рейв хочет тебя выманить. Главное, чтобы врасплох не застал. Пускай. Как-то мы прям попали сюда. Вот вообще, что все слышно было. Интересно, о какой пристройке шла речь? Наверное, боковая комната. Кроме нас тут никого.
Не знаю, как там, где это мы вообще оказались. Мы вообще лазим по каким-то пещерам просто. Здесь невозможно как-то было кого-то услышать. Сэм, давай за мной быстрей. Я нашел выход. Видал как? Раз и готово. Давай быстрей, 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 быстрей. Мы идем, пока они там не начали ничего взрывать. А как подняться? Погоди, я что-то не пойму. Вроде... Не запрыгнешь, если у тебя нет батута. Во дворе остался. Жаль. У тебя что, есть батут? А, стоп, вот вообще в другую сторону надо. Сэм там что-то припалил. А, все, я понял. Я понял. Вот так разматываем. Ниже спускаемся. И вот сюда перепрыгиваем. Просто надо раскачаться получше. Ну-ка, ну-ка. Вот, давай. Дрейк, все нормально будет. Нейтан Дрейк, самый лучший Дрейк. Делов-то, ребята, найти выход нам легко. Что за корыто здесь стоит? Куда двигать? Подожди. Чё подожди-то, надо идти уже, нефиг ждать. Нам некогда ждать. Вот и все. Понял, как надо было выход найти. Отойди, Сэм. Или помоги лучше. Давай за мной. Я тебе выход покажу. Так, что-то все гремит, мы явно падает. Подходим ближе к собору. Или к его руинам. Ну-ка, я здесь хочу глянуть, что тут происходит. Можно сказать, тут все лучше продумано, чем я предполагал. О, да. Наверняка много лет строили. Мост рухнул. Нужно искать другой путь. Хорошо, давай искать другой путь. Смотри, легко как найти другой путь. Была не была. Готов? Смотри. А если упадет сундук? Куда ты полетел? Нет. Давай еще раз. Была не была. Хорошо, что ты не тяжелее ящика. Так бы я бы уже давно... Я отцепился просто случайно. Не, на самом деле ящик этот хороший, он тяжелый. Можно зацепиться и разбежаться по стене. Давай только аккуратно. Была не была. Надо побольше разбежаться. Хорошо, а, вот и все. Все. Залез. Что делаем? Мы теперь этот ящик тут можем использовать. Сойдет. Давай ближе двинем, может быть, там раскачаемся. Во, давай еще поближе. Потому что нам не хватает для раскачки вот туда куда-то прыгнуть и перепрыгнуть. Цепляйся. Динамит, зачем? Куда ты? Что ты делаешь, а? Прикинь, чуть себя не взорвал. Прыгай. Вон зацепки там есть. Разбегаемся. И еще разочек. Давай сильнее надо раскачаться. Полетели, полетели. Давай. Все хорошо. Сэм, давай за мной. Кому нужны мосты? Да никому, все, поэтому они разрушены уже давно здесь. Так, здесь не пройти. И как нам выбраться? Как-то не пройти, можно пролезть же. Давай, полезли. Сюда. Так, стоп. Здесь... Все, нормально. Тут все не развалилось. Мы бы попали в ловушку. Оглянись, Нейт. Подстава. Да я вижу, ты меня столкнул только что. Ты чё? Все обрушилось в океан. Ну что, с
Значит, испытаем себя в умении перебраться на ту сторону. Я не знаю, как перебраться, давай будем думать. А, все, я нашел, как перебраться, смотри. Все легко. Вот сюда раз. И можно просто вниз. Аккуратно спуститься. Давай за мной. Сэм, быстрее за мной. Надо быстро все проходить здесь. Чувак вон отдыхает. Ну-ка, давай почитаем, что у него там. А перевод где? Да будет всем известно, что я Томас Говард. Капитан неустрашимого, легковерный дурак. Все началось с распятия. Таинственное послание от моего старого товарища, сулящее райские куши. Поначалу я отнесся к нему с подозрением, но мысль о том, что я буду весь остаток своей жизни мучиться, думая о том, что случилось бы, если бы я согласился, эта мысль была невыносима. К тому же нельзя просто так проигнорировать письмо от короля пиратов. Я выжил на пустынных берегах Мадагаскара, пережил их нападение Ост-Индского Пемброука. Но этого мне не пережить. Нога моя сломана, а люди мои трусы, которые боятся даже заглянуть в эти пещеры, не слышат моих криков о помощи. Кто мог представить, что все мои свершения закончатся здесь, вдали от дома, где я умру столь бесславной смертью? Именем Господа я проклинаю тебя, Генри Эвери, и пусть твой призрак преследует тебя до самой твоей смерти. Вот такое послание, ребята. Возьмем с собой, вдруг пригодится. Я не знаю, правда, для чего, но кто-то нам оставил такое послание. Вот эта хреновина типа качели может помочь. Перепрыгнул. Да, получилось. Ну, поехали. Качели. Как? Что надо сделать? Быстрее идти. Надо быстрее идти, переходить. Так, стоп. Чего надо сделать? Может быть, мне Сэм поможет, а? Я попробую разбежаться. Разбежаться. Тую, куда прыгать? Стой. Так ничего не выйдет. Хорошо, а как выйдет? Что с этими качелями? Что надо какой-то перевес сделать? Ну, можно, конечно, вот туда цепануться, я не знаю, как это... Полетели. А, вот. Теперь Сэм там. Ну, давай, я здесь. Я не допрыгнул. А вопрос как, если я запрыгну, мы уравновесим, кто-то из нас спрыгнет, все равно потом... Потом фигня получится. Нет, здесь что-то не так. Здесь с этим колесом что-то связано. А наверх. Надо ур... А, ящик. Опять ящик нам поможет. Давай. Ящик все уравновесит. Стоп, Сэм, не торопись. Сейчас все получится. Да, конечно, сработает. А ты как думаешь? Да. Я зато уверен. Порядок. Тихо. О, видал как? Эй, хорошо полетали. О, черт. А теперь мой выход. О, щит, быстрее. Давай, держи меня. Я чуть не улетел вниз. Спасибо. Испытание пройдено. Я бы предпочел пиратскую ловушку. А я уже хочу поскорее все закончить. Давай. Так, ладно, сейчас все закончим. Только давай вперед, пошли. Ладно. Статуи добавляют драматизма. Ну, правда. А что там статуи? Вот эти? Украшения. А загадки зачем? Что-то вверх шли, потом вниз. Опять руку совать? Ну, я не буду. Сэм, может ты? Никогда не приду. Да, потому что там трупешник уже лежал с засунутой рукой. Дрейк уже боится. Еще один крест.
На этом хоть какие-то камни. Не трогай. Почему? Посмотри. Единственная ценность в этой пещере. Да. Это испытание. Жадность. Да. Или ее отсутствие. Ну, тогда... Это наверняка монеты. Мы в этом уверены? Надо насыпать больше монет. Вроде да. Вроде да, сойдет. Ну-ка, ну-ка, подожди. Давай одну. Жаль, одну, интересно. Одну попробуй. Только мне ловушка. Смотри, одну убираем, уже что-то срабатывает. Если бы больше сразу забрал, вообще все сработало бы. И что будет? Сейчас, ребята, что-то вывалится на вас. Узнаешь форму? Мадагаскар. Форму, как остров Мадагаскар. Тут звезда. Кингсбэй. Точно. Сукин сын. Он играет с нами. В смысле? Как он может? Он с нами. Эвери, нет, давно уже, ты чё? Мы же на месте. И где грёбаное сокровище, а? Ладно, так, Кингсбэй, что дальше? Северный полюс? Космос? Нейт. Тех, кто достоин, рай ожидает. Он вербовал людей. Кто вербовал? Эвери вербовал людей. Вербовал для чего? Вот так, ребята. А, черт. Джентльмены, вы такие шумные. Пушки на пол. А вы не шумный, да? Тебе еще причитается. Мало ворвались, что-то разорвало тут. Рейв? Рейв, прием. Я на кладбище. И они тут были. Они прямо передо мной. Что? Где ты? Возвращайся в собор. Иди по следам. Я сейчас. Только не пристрели их, бога ради. Тогда поспеши. Кингсбэй. Да, только... Кингсбэй большой. Где искать, подскажет крест, но... Лишь два человека знают, как им пользоваться. Дай угадаю. Вы двое. Поручишь это Рейфу, ждать придется долго. Извините, я не стану торговаться. Возьми распятие. Это не распятие. Что? Распятием принято называть только крест Христа. Ладно, это детали. Не трогай! Не трогай, тебе сказали. Все, до свидос. Блин, это была реально ловушка. Как хорошо, что мы ничего не взяли. Так. Так, а что у нас есть в руках вообще? Ничего. Надо надыбать пистолет быстрее, быстрее. Как? Куда бежать-то? Сэм, ты где? Ё-моё, я почти улетел. Все, я вижу, куда прыгать. Иду! Я спасся почти, ребята. Все будет круто. Только трижды меня не раздавило здесь. Колонна зашевелилась, она сейчас рухнет, наверное. Не знаю, как. Куда вообще прыгать. Я без ствола, без ничего, просто что-то происходит. Непонятное, куда я вообще прыгаю. Давай, давай! Сэм, я сделал вот так. Все, будет круто. Отлично, все, есть теперь пистолет. Все, ребята. Что и требовалось доказать. Что, Дрейк самый лучший в мире. Что делаем? Искатель сокровищ.
Заберем патроны. Так, а теперь куда? Погоди, он фигарит где-то сверху. Сэм, как ты залез-то уже? Я тоже к тебе иду. Где он? Я не вижу, куда ты стреляешь там. Вон он стоит. А по-моему все. Нет, нет, он за колонной там где-то. Слушай, я попробую прыгнуть. Ты пока давай, веди отстрел. Готовились. Все будет круто, смотри. Ай-яй-яй-яй, только... Готово. Только главное мне выжить. Чувачок, здорово. Еще один. Что-то у вас много, ребята, здесь наплодилось. Так, кто еще? Патроны, быстрее к нему. Да что ты, кстати, попасть вообще нифига не можешь по мне. Вот так, пацанчик, все нормально, идем дальше. Там что-то лежит. Это нельзя пропускать, ребята, надо забирать все. Ну, это патроны, ладно. Эти нам тоже не надо. Сэм, ну-ка думай, куда. Погоди, я пока думал, Сэм куда-то ускакал уже. Сэм быстрее меня все соображает. А, вот он. Пойдем. Есть. Ну-ка, баллончик. Есть. Следующий. Погоди, Сэм, расправься с ним, а. Я с этими разберусь. Смотри, раз. Все, готов. Следующий. Этот что-то прыгает. Тут балет устроил. Ё-моё. Троих сразу повалил. Ну и последний остался. Сэм, ты где? Сэм, все у нас получается нормально. Мы с тобой крутые ребята. Только сейчас надо просто идти вперед и с пацанами разговаривать уже по-нормальному. Как мы это с тобой умеем? Почему у меня дробаш вообще оказался в руках? Я поменял как-то оружие, получается. Твоя коробка не выдержит, понял? А, Сэм уже его ломает, смотри. Стоп, дайте мне нормальную мой пистолетик. Где был до этого? Где я его уже уронил? Ладно, пофиг, дробаш так дробаш. Иди нафиг, ты куда проскочил-то? Мимо меня. Во! Калашечек, калашик. Это вам не дробашик. Так. Да все нормально, в общем, смотри, мы весь склеп тут с тобой обошли. И пацанов нашли. Да? Пацаны, вы такие крутые ребятки. Я думаю, что это ваша последняя миссия. И она будет для вас невыполнимой. Короче, прикинь, это все. Эй, Нейт, это все для вас финиш. Что у вас там? Долгая история. Если кратко, выбираемся отсюда к черту. Пойдем, Сэм, выбираемся. Я скоро буду. Сейчас еще набегут, смотри. Ну, это как обычно. Так, подожди, у нас динамитус есть. Где-то динамитус. Как там? Как там это сделать? Подожди, вот так. Ах ты! Чё, я даже не попал по нему? А, вот поэтому можно попасть хорошенечко. Сэм, аккуратно. Давай я вот тут залезу. Получится? Я не смог залезть, ладно. Но зато я смогу попасть. Готов. А, где? Р. Я куда-то швырнул. Не знаю, попал, нет. Этот фигарит очень сильно с пулеметом. Давай зайдем к нему просто. Просто сзади зайдем. Здорово, пацанчик. Ты развернись, ты куда? Ах ты. Ну все, на этом ты наигрался. А если я сяду? За пулемет усы. Раз. Кого еще, ребята? Тихо. Кто там швырнул? Так было нечестно. С вашей стороны вообще нечестно. Только я сел за пулемет, сразу фигню какую-то придумали. Иди сюда. Во, видал? Кто еще остался? Ну-ка, подходи. Эй,
ты меня не слышал и не видел, понял? До свидания. Так, еще один. Так, братанчик, все пока. Здесь делать тебе больше нечего. А мы с Сэмом идем дальше. Подожди, где-то патроны были. Я забрал? На, ну все, 120 патронов. Нормуль. Прыгаем. Черт, Сэм, снайпер! В укрытие! Стопэ. Ребятишки где-то здесь. А, нифига себе вы лупите. А где бочка есть какая-нибудь? Я бы сейчас стрельнул. Готов. О, куда? Вернись. Надо цепануться. Сэм, пошли со мной. Оп. Все четко, уже как родной здесь гуляю. Это мне не надо. Цепляю. Ой, погоди, не цепляй. Уже надо разобраться сначала с ним. Вот с этим. И вот с этим. Ну туда еще можешь закинуть им чего. Есть чего кинуть? Нету. Эти аккуратно с ними. Куда ты? Я надеюсь, мы поближе где-нибудь начнем. Ладно, как раз начал. Вот для чего я тут здесь СВДшка это лежит. Так, куда? Бам, раз. Два. Не попал. Попал. Еще один. Так. Есть. А хорошо, кстати, стреляет. Ну-ка, перезаряд. Есть. Кто еще? Почти. Еще разок. Все четко. Сколько их вас много-то было, а? Калашечек забираем, прыгаем. В тот раз я только-только намотал и передумал. И потом пошел вперед, а оказывается уже все, крюк я снял. Сэм, с кем ты тут? А, вот он. Да, легко, пацан, все, до свидания. Не, погоди, там еще один, смотри, впереди еще вон один. А, этого ты положил уже. А, вот с этим разберусь. С одного удара. Изи, изи. А ты по мне не лупи так сильно, понял? Бам, до свидания. До свидания, мой любимый город. Так, ладно, это полбеды. Надо, в общем, идти дальше. У нас еще задание есть. Че с краном? Может быть, на кран залезть надо? Ну-ка, ребята, дай-ка я осмотрюсь. Сэм, что делать-то? Соображай быстрее. Не все же мне одному мозговать-то. А, вот наверх, может быть. Оп. Не, наверх нет, не идет. Не, давай, правда, с краном, мне кажется, надо что-то сделать. Где мы еще не были? Ну-ка, сообрази. А, мне кажется, вон, вот здесь мы не проходили. Ну-ка. Пошли посмотрим. Туда не перелезть. И здесь тоже. Так, не торопись-ка. Крюк-то ладно. Может, здесь что-то включить надо? Погоди, или куда-то залезть, запрыгнуть. С краном. Ну-ка, может, с краном чего? Нет. Сюда нельзя. А наверх могу, нет? Тоже не могу. А, вот сюда, наверное. Ой, куда ты? А, ну все, наверное, сюда и надо. Пошли. Мы тут не были. Нет! Ну, типа того. Вон они. Готов. А здесь как? А, здесь просто куда-то ехать надо. Ехать и прыгать. Ай-яй-яй, цепляйся, главное. Так. Сэм, мы с тобой, смотри, какой путь проделали. Нам надо дальше вычислить, что и с кем тут делать. На, получи. Еще один. По очереди будем. Бамс, а мне-то не надо, зачем? Ну-ка, отойди.
На, получай. Обещал нам волшебную погоду. Следующий. Не видно ни черта. Спускайся, пока не доберемся до воды. Так, а как до воды добраться-то? Ну, не так точно. Снег пошел. Сэм, давай что-нибудь делать с этим будем. Куда? А, вон, наверх. Тут еще есть варианты? Нет, обратно вернулся. Так, давай-ка осмотримся. Да кто там опять? Они, по-моему, сверху где-то фигарят. Сэм, нам где-то здесь залезть надо. Где он? Стоп, он снизу. Вон он. Ты видел, да? Спрятался. Все, далеко не спрячется. Поехали, как раз, наверное, к нему и надо. Вот это подсказка, куда идти было. Сэм, вниз! Черт! Сейчас до воды доберемся. О, вон бочонок. Как бы мне попасть по нему? Есть. Еще один. Вот так отлетел. Так, дальше куда? Дальше вниз, наверное, просто к воде. Просто к воде. Ничего себе, цепляемся. Как дальше? Как дальше быть? Я что-то повис где-то. Хорошо, ну давай получше раскачаемся. Может быть, смогу куда-нибудь запрыгнуть. А, вот сюда. Все просто. И дальше поехали. Сэм-то уже здесь. Сэм, братан, держись. Смотри, здесь легко. Здесь легко, только надо куда-нибудь укрыться. Эй, чувачки. Как попасть-то мне? Оп, хорошо. Готов. Еще. Бочонок. Почти попал. Да иди нафиг, что делаешь? А, еще бочонок. Есть, колонну разворотили, по-моему. Нет, не попал. Колонна, вернее, попал в бочонок, но она не рухнула. Сэм молодец, он хорошо стреляет. Не то, что Салли в тот раз с нами отстреливался, никого не попал. Да что такое-то, а? Так он что, все? Он просто лежит. Ну иди сюда, терминатор. А что у меня патроны только для пистолета остались? Они стреляют в самолет. Живитесь, пока меня не потопили. Ну-ка еще патронов дайте. Все, и калашечек патроны получил. Все, Сэм, Салли сейчас за нами прилетит. Он же водный у него. Самолет, быстрее прыгай, куда ты полетел? Ах ты, пацаны, вы что же тут опять делаете-то? Что-то их опять много. Сэм, за мной. Наверное, вниз туда. Смотри, мы у воды почти. Надо аккуратненько, аккуратненько цепляйся. Летим, бежим. Вон Салли уже стоит на самолете на своем. Поплыли. Заводи быстрее, Салли, заводи. Все, улетаем. Сэма надо забрать. Резче, резче, резче. Полетели. Быстрее надо, быстрее. Ура. Вот так приключение у нас состоялось. Салли, ты молодец. Еле выбрались, да? Они подстрелили мой самолет, Найт. Мы целы, спасибо. Сколько лететь до Мадагаскара? Так сокровища нет. Пока нет. Да что за нытье, не понимаю. Мы богаты. Ну-ну. Ладно, хоть что-то. Остальное значит на Мадагаскаре.
Богаты одну монетку. С огромной картой Мадагаскара на полу, так что... Да, наверное, там. Это все больше напоминает мне охоту за привидениями. Сокровища в Шотландии никогда не было. Зачем тогда все это, а? Вся эта затея с крестами... Да говорю же я. Эвери так вербовал себе людей. Крест был приглашением, а пещеры, ну, чем-то вроде инициации. А, то есть мы прошли, да? Поздравляю. Мы заслужили попугая и повязку на глаз. Не понимаю. Зачем столько усилий, чтобы просто набрать себе команду? Чтобы защититься. За его голову была назначена самая большая награда. Он брал только тех, кому мог доверить свою жизнь и тайну общих сокровищ. Каких общих сокровищ? А ты... Ты подумай. Томас Дью сам по себе был успешный пират. Тогда с чего вдруг он захотел примкнуть к Эвери? А Эвери наверняка отправлял кресты только богатым пиратам своего уровня. А что, если они вместе устроили общую казну? Получилось бы много больше, чем груз Ганга Савая. Именно. Охренеть. Ладно, и куда там нам надо, на Мадагаскаре? Поточнее. В Кингс-Бэй. Там во времена Эвери было пиратское гнездо. Я знаю Кингс-Бэй. Большой город. Нельзя ли поконкретнее? Ну, та карта на полу совсем обвалилась, так что нет. Чего развеселился? Люди, которые проходили пещеры. Наемники. Что оставалось у них в руках? Тут вулкан. Вулкан есть недалеко от Кингсбэя. Значит, туда-то нам и надо. Вот так логически договорились. Лена, возьми трубку. Нейт, привет. Привет. О, Господи, до тебя не дозвонишься. Ты живой там? Ну да, а что такое? Ну как же, у вас же там наводнение. Все-таки не лучшая была идея лететь в Малайзию в сезон дождей. Ну да, ну да. Короче, да, застряли мы тут из-за этого. Потеряли часть снаряги, но целы, не волнуйся. Вы только осторожнее там. Работу завтра начинаете? Нет, придется отложить. Мы тут еще, наверное, дней 10 проторчим. Ого, 10. Так может, я тогда куплю билет и к вам прилечу? О, не-не-не, не надо. Может, не 10. Эти ребята всегда промахиваются со сроком. Наверняка раньше вернусь. Ну ладно, ты, в общем, не торопись. Береги себя. Ладно, стараюсь. Извини, надо бежать. Меня тут Джеймсон зовет. Ладно. Люблю тебя. И я тебя. Ладно, отмазался от Ленки. Давай побежали дальше. Приключения продолжаются. Что там по спутникам, Виктор? Да что-то вообще по нулям. Нет сигнала. А знаете, что не зависит от сигнала? Бумага. Вот по этой дороге мы доберемся прямо до вулкана. Хотя немного потрясет. Ну тогда поехали. Ладно. Ага. Двенадцать башен. Поедем, ребята. Судя по карте, вокруг вулкана много построек. Наблюдательные пункты, сторожевые башни. Прямо башни? Слушай, за Эвери охотились все, кому не лень. Если он тут прятался, он не мог не выставить дозор. И одна из башен прямо на вулкане. Думаешь, там сокровища? Хочется верить. Но это будет уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео. Подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. И всем удачи, всем пока!